хочу поделиться рецептом капусты, которую я квашу. Просто я устала давать его друзьям, поэтому хочу снять видео, чтобы сразу сделать. Требуется один кочан капусты белой. Желательно белой. Ну, какой найдете. 4 лука, 3 разных перца болгарских. Все это я помыла, почистила. 1 морковь. Морковь желательно поменьше. Я, наверное, может даже половину потру. Посмотрю, как будет. Потому что морковь будет давать много сока. Потом нужно масло, уксус 4-9%, соль и сахар. Все. Вот я подготовила. И сейчас быстренько капусту натру. Можете тереть его специальным ножом или руками, как вам удобно. У меня вот есть такая шлифовка, и я ее быстро это делаю. Я уже приспособилась. Капуста получается очень вкусная и очень быстро расходуется. Если большая семья, тогда делайте 2 кочана. Лучше почаще делать, чем хранить долго. Ну, для одного человека можно пол кочана сделать. Соответственно, все будет меньше. И по времени это занимает совсем немного времени. И очень вкусная капуста. Чем тоньше нашинкована капуста, тем вкуснее. Соль нужна не экстра, а крупная. Каменная очень хорошо. Если нету разного перца, то можете одного цвета. Просто когда много цветов, оно вкуснее и красивее. Получается, я думаю, будет меньше. Капуста вроде небольшая, но она такая плотная, хорошая, и главное, она белая. Найти белую капусту в Москве очень тяжело. Я увидела, где все. Посуду, где смешивать, должна быть большая, потому что мы капусту не будем мять, мы ее поэтому должны в большой посуде сразу складывать. И первым всегда вот именно капусту.
меняю на сахар. Очень опасные, поэтому лучше. Вот у нас получилась морковь. Сюда вот уже лук. Только нам больше не нужно. Это ничего не смешивает, мы просто луку заделаем, чуть-чуть его прикрыть. Теперь будем резать перец. Перец разрезаем на такие вот части. И чуть-чуть не соломка, потому что соломка даст много сока. Получается приблизительно вот такие кусочки. Перец озонирую обязательно озонатором, тогда он получается не такой кислый, а очень сладкий. Если есть в продаже оранжевый перец, можете взять 4 перца. Если мало капусты, то по пол перчика добавить. Чем больше цветов, тем и вкус разный, и красивая капуста получается. Thank you.
смаковали. Остатки морковки. Все, что мы хотели, мы уже порезали. Теперь будем мешать. Что здесь самое главное? Главное не мять капусту. Сначала добавляем соль. Соли 2 столовые ложки. Почти стакан сахара, песок. Сразу добавляем сюда уксус, стакан. Если 9%, то можно разбавить его кипяченой водой. Было 6 или 5%. Вот стакан уксуса и стакан масла. Можно подсолнечное живое, можно рафинированное, но я вот тут смешала. У меня здесь подсолнечное, оливковое, кунжутное, коноплянное и льняное. Такой микс для здоровья. И все теперь вот это все взяли и аккуратненько руками все это перемешали. Мало, она будет распределена вот равномерно. Перц побольше. На большую семью можно делать 10 килограмм капусты. Все, капуста готова. Теперь мы ее просто перекладываем посуду, где она будет храниться до завтра при комнатной температуре. То есть вот у меня есть керамическая кастрюля. Переложу аккуратно. Придавливать капусту не надо. Если вот она у меня здесь не уместилась, я лучше переложу ее еще в другую. И все. И вот она у меня готова. Ее можно уже сегодня есть, а готова она будет завтра. После этого ее надо хранить в холодильнике. Вот такая вкусная, красивая и, главное, полезная капуста. Приятного аппетита. Не выключать. Видишь, там лук у нас красный. Потом я все равно обрежу.